На повестке дня были выборы председателя и заместителей председателя Адыгэ Хасэ. Два последних года были непростыми для всех адыгов при Причерноморье. Наблюдались неоднократные попытки дестабилизации межнациональных отношений, используя черкесский вопрос. Однако всему миру было доказано, что Россия является страной, в которой комфортно себя чувствуют представители всех национальных меньшинств. Также за время подготовки и проведения зимних Олимпийских игр шапсукские аулы Сочи посетил ряд иностранных черкесских организаций. Они дали наивысшую оценку работы организации и органам власти за поддержку коренного малочисленного народа. А работа проделана немалая. Восстановленные разрушенные дома культуры в аулах Наджиго, Малый Кичмай, построен спортивно-культурный комплекс в ауле Агуй-Шапсук. Там же в прошлом году открыт этнографический комплекс, на который краевая администрация выделила 600 тысяч рублей. Проводится фестиваль «Родники» среди сельских самодеятельных коллективов Лазаревского и Туапсинского районов. Сейчас идет речь о дополнительном финансировании образовательной отрасли. Оно будет направлено на поддержку изучения адыгского языка в Туапсинском и Лазаревском районах. Администрация края знает, что проблема изучения языка наиболее остро сегодня выходит на передний план. Администрации региона на эти цели будет выделен целевой грант. Также по результатам работы съезда был единогласно переизбран на новый срок действующий председатель Адыгэ Хасэ Маджид Чачух.